Я не знаю, наверное, в следующей жизни я хотел бы стать собой опять. Не факт, что я бы занимался тем же самым, не обязательно быть актером, но я хотел бы стать собой, с теми же мыслями, которые у меня есть, с теми же желаниями, помыслами, я не знаю. А еще бы очень хотелось бы, чтобы, перейдя в следующую жизнь, я помнил, что со мной произошло в предыдущей, чтобы я сделал какие-то выводы. Но хотелось бы быть собой, потому что, естественно, я боюсь даже думать, что я могу быть другим человеком, что я могу быть кем-то другим. Я даже боюсь, я не знаю, какие у него мысли, что у него в голове. Может, делает он одно, а мысли у него совсем другие. Конечно, этого не хочется.